главах мы рассказали, как выйти из иммиграционного лагеря досрочно. Сегодня мы расскажем вам, как скрасить свое пребывание в местах ожидания суда и интервью. Это касается заявителей без детей, к семейным и беременным не относится. Итак, вы можете поменять рацион своего питания, если пища не подходит вам по религиозным убеждениям, состоянию здоровья или иным причинам. Получить доступ ко всем бесплатным ресурсам лагеря, например, записаться в библиотеку, церковь, компьютерный класс, языковые курсы. Получить высококлассную бесплатную медицинскую помощь. У вас существует возможность больше времени проводить на открытом воздухе. Каким образом можно составить прошение? Кому передать запрос? Как устроена внутренняя связь в лагере? Подумайте о своей миграции заранее. Получите консультацию наших специалистов. Всем удачи!